путешествовал, жил в станицах, аулах, маленьких кавказских городках, наблюдал приборцев. Как-то в одном из рисунков он изобразил крышу сакли и девушек, танцующих лезгинку. Помните пляску Тамары из поэмы «Демон»? На кровле, устланы коврами, сидит невеста меж подруг, среди игр и песен их досуг проходит дальними горами, уж спрятан солнце полукруг, в ладони мерно ударяя, они поют, и бубен свой берет невеста молодая, и вот она одной рукой, кружа его над головой, то вдруг помчится легче птицы, то остановится, глядит, и влажный взор ее блестит из-под завистливой ресницы, то черной кровью поведет, то вдруг наклонится немножко и по ковру скользит.